О Аллах, будь другом тому, кто будет его другом, и врагом его врагам. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам. Вместо пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Али ибн Абу Талиб очень любил посланника Аллаха, и в 622 году его преданность пророку была подвергнута серьезному испытанию. В ту ночь, когда жизнь двоюродного брата подверглась смертельной опасности. За 12 лет призыва к исламу курайшиты перепробовали всевозможные способы остановить и переубедить пророка. Но поняв, что все их старания бесполезны, решили прибегнуть к последнему средству – убийству. Они собрали по одному молодому человеку от каждого мекканского рода и все вместе направились к дому пророка, саллиллаху алейхи вассалам. Предполагалось, что все заговорщики одновременно пронзят посланника Аллаха своими мечами и тем самым избегут мести со стороны его родственников, ибо отомстить всем было бы невозможным. Всю ночь многобожники провели у дверей дома пророка в ожидании, когда он выйдет. Наутро они все же не выдержали и, обнажив мечи, вломились в дом. В предвкушении скорого избавления от ненавистного им Мухаммада, заговорщики стянули одеяло с его постели и испытали шок и удивление. Под одеялом, как ни в чем не бывало, лежал двоюродный брат пророка Али ибн Абу Талиб, а самого посланника в доме не было. Самопожертвование Али во время переселения пророка неописуемо. Мужественный 23-летний юноша с твердым духом, стремящимся к истине, подверг себя смертельной опасности ради распространения исламской религии и защитил посланника Аллаха. Да благословит Аллах его и род его. В награду за эту самоотверженность Али великому пророку был ниспослан коранический аят. «Среди людей есть и такой, который приносит в жертву душу, желая заслужить благоволение Аллаха». Коран, сура 2, 207 аят. По словам комментаторов и различных историков, этим человеком мог быть только имам Али. Мир ему!